Бля, поля, это пиздец. Да, ровно. Ну, до первое время, ну, да, я бы на 30% зарплаты, а потом да. Будет все нормально. Ну, когда я язык выучу, я сейчас нахуй. Ну, как, я вот выучил язык за 3 месяца. Свободно могу разговаривать. Только разговорник писать, да? Ну, писать могу, читать могу. Ладно, блин, ну, это, короче, я взял телефон, просто выключил. И включил телек. И там польские каналы. Охуенно. Блять, надо тоже попробовать как-нибудь съебнуть нахуй с этажей. И как ты, блядь, по польским каналам нахуй понял, блядь, что ты, как ты, говорю, понял по польским каналам, что они там пиздят? Ну, первое время вообще не понимал, первый месяц. Но потом, через месяц, вот, начал понимать где-то 30% вообще. Потому что смотришь на ситуацию, смотришь, что они говорят, смотришь на их реакцию. И некоторые слова похожие. Понял. Значит, что именно в Польшу, почему дальше не съебаться? Ну, сейчас скоро. А ты ждешь, типа, чтобы у тебя уже прибывали? Не, я жду бабки. Надо заработать. Подушка безопасности. Ну, правильно, да. И что, вообще, сколько? Чё? Чё? Ну, по зарплате. Косарь в месяц. Вне зависимости от чего-то, да? В зависимости, я тебе говорю, средний. А? Я говорю, средний тебе. Вот, как у меня. Понял. А минимальная какая? Ну, сейчас скажу. На наши, на гривны это... Я ебу. Да, я дышу не. А, нормально тебе дышу. У нас в Москве, ебать, там рублей 30 минимальных в час. Ну да, для таджиков. Может даже по 20. А? Ну да. Мне вообще по жизни везет, пиздец. Блять, ну это вообще охуенно. По факту. Ну в сравнении с чем-то нормально, блядь. Это, то есть у тебя в день там... А нет, подожди, 200 рублей. Не больше. Это минимально вообще. 15 часов 2200 выходит. Ну это в месяц, короче, 60 рублей. Нормально. Плюс выходные. Ну, короче, 1050-40, это вообще охуенно. А чё по ценам на провиант, продукты хуй? Продукты, короче, очень дешевые, дешевле, чем в Украине, дешевле, чем в России, наверное. Это то есть, на чего ты можешь... А трава, короче, 40 злотых. Трава? Да, зелёный, газон. Нет. Блядь, пеппер. В смысле трава, да? Ну, вот у вас сколько стоит? Ну, у нас коробок, наверное, рублей 500. Я грамм говорю. А, грамм? Блядь, 4 грамма рубль. О, ну здесь подороже будет. Здесь будет рублей 600. Нихуя себе.
Он походу под коробком. Да он уже ёбнул, ну послушай сам. Сука. Минус 70. Минус 70. Нереально вообще захуярил. Блять.
Да ну нахуй, блядь. Блять, это этот черт, я его въеб. Оранжевый мид у вас был. Сука, блять. О? Ну я тебя услышал, короче. Надо визу делать. Рабочую. Ну, рабочая виза дохрена выйдет. Если да? Сделаешь себе приглашение, короче. Ну вот, я тебе говорю, давай ты меня пригласишь. Да я не могу, потому что у нас фирма нелегальная, получается. Ну, нелегально у нас устроена. Про травку пиздец, фирма нелегальная. Сейчас там и не так. Я тебе серьезно говорю. Потому что зарплата больше получается. А, чтобы так, налоги если... не отдать. Да, 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 да. Не, налоги по-любому платят, но меньше. Какой? Да чё, блядь? Да блядь! Ебать тайминг! Шлом какой, блядь! Блядь, ну ты чё жоп? Пизда. Только отлетай, нахуй. Пиздец. Оранжевый, какой ранг у тебя? Оранжевый. Звание. Вторая, ну это сейчас. Я не играл год. Типа, понизили, то ли хуй пойми, короче, что с ТКС ебаный. А, у меня тоже звание отобрали. Ну да, и у меня. Сейчас вообще хожу без звания. Блять, спать хочу, сука. Да похуй. Минус 92. В окнах, в окне. Ну. Не спать он пидорас. Ебать, пацаны, вы видите? Блять. Ебать, он охуел, да? Да он еще пидорас какой-то. Китаец, блять, посмотри на его хлебал, блять. Чё, Вадим, ты, блядь, чё не играешь? Чё, попались противники чуть сложнее, и всё, пиздец. А чё я не играю? А? Ты, блядь, пизду, ты же, Паша, это хохол. Хохол. Чёрный хохол. Да, вы вообще, в принципе, блядь, должны ебашить. Чё ты не ебашишь? Да ну нахуй, слышь, он меня через стенки хуячит, прикинь. Да
Да ну нахуй, блядь. В спину, пидор. Да блядь, откуда оно? Он сейчас вылетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там двое идут вроде с мида. Хуя не команда, блять. Да нет, там читер, ребят. Да нет. А, пацаны, мы проебываем 9-2, нахуй, чё? Охуеть, я даже не заметил. Я вот тоже только сейчас проснулся. Вообще не почувствовал даже, нахуй. Да не вовсе вообще, я их даже не почувствовал. Ну, бля, я заметил, ты их даже не чувствуешь. Давайте мы не будем рашить. Пеппер зайдут, пацаны. Да. Я иду поддержать тебя. Выйду на размен. Выбирай. Нахуй тебя там. Один шорт. Шорт. Сука. Да заебали его нахуй. Сука. Блять. -56, сука. Да пизду, ебать. Давайте хотя бы 5 раундов возьмем, а то нахуй. Это что-то дико. Води. Вадик. Вадик. Микрофон вроде есть. Нет? Не-не-не, это был кореша. Я делаю все, что нравится. 2-2-12. Мне... Все делаешь. Да пиздёшь. Да, блядь, зеленый, ты чё? Сам себя его. Пидар расконченный, нахуй, 3 хп мне оставил, слышно. Шорт зайдут. А, мы вдвоем с тобой, ну заебись. Зашел, прошел, минус 27. Это жопа, да? Так, блядь. Нас ебут, пацаны. Что делать? Как справляться с этим дом? Не будем рашить, давай. Не рашить вообще. О, нахуй, вы опомнились. Сиди вон тут справа, сиди оранжевый, я здесь стою на этом. Оранжевый, куда ты нахуй пошел? Найс, давай, Раджи, не умри только. Там есть мид, есть... Да, знаю. В бумаге, возможно. У тебя оранжевый забирай. Блять, сука, ебаный пистолет.
Внизу, внизу, внизу. Слева, слева. Пидорас. Он на лестнице сидит. Так лопаевые выражения. Тебя чё, блядь, с кутяпкой нахуй? Гранату кинул, пиздец. На какой лестнице? Блядь, вон на этой нахуй, справа. А, блядь. Короче, там прямо вот слева это получается, да. Да выходи, блядь, быстрее. Пиздец. Мит. Найс, правый, возьми. Ну, я думал, ты въебёшь. Дай мне... Раньше дай... Я лонг посижу. Блять. Чё за дыма, блять? Блять, не прошёл. Лонг трое, ебать, меня с грины убили, нахуй. Чё, блять? Это вообще какая-то жизнь, нахуй. Это вообще дичь, блять, какая-то. Это чё за хуйня? Это репа сразу, я тебе отвечаю. Я первым двум кинул нахуй, потому что это пиздец вообще. Тика, блядь. Уёбки. А кем ты работаешь, зеленый? Оператор. Оператор? Пилы. Чё? Оператор пилы. А. Короче, ты чёрный рабочий, да? Да. Блядь, да что ты делаешь? А, пистолет, пистолет, иди нахуй. Ёб твою, блядь. Да ну нахуй, минус. Минус 78, я лох. Пиздец! Да. Перед Тика в рот выебу этого пидора, блядь. Пизда ему. Отвечаю, я его выебу сейчас. Уебок ебаный. Блять, как не люблю я со звезд уходить, нахуй. Блять, я калаш, братан. Вот я когда до калаша доходил, 100 звезд, блять, мне кажется, звезды это... Самое, сука! Сложное звание, блять, с которого уйти. У меня на окнах хилба. А, я... А, ну ты сбил, блядь. Ну, прикольно. Меня тико выебал.
Он меня через дым, понимаешь, начал хуярить. Он даже не знал, что я дам, но он начал меня хуярить. Желтый, вот что ты никогда не делал. Не, пацаны, вот давайте хотя бы сейчас, вот, ну не 3.15, ёп. А какую, блядь, 3.16. Суть это меняет вообще? Ну хотя бы можно оттащить до 10. Нет, нельзя, ладно. А куда нахуй они по трое вылетают, шлюшки? Потушил, гандон. О, мы возьмем этот раунд, отвечаю. Надеюсь. Не до. Пидорас, ёба. Бля, ты не хотел? Не 15-3. Ну да, нахуй. И прикиньте, покажут звания, а там ебать от Сильвера до звезды, я вообще охуею. Охуенно. У нас плет? Куда? Тика, бро, твой ебать. Я сам, а он еще. Найс. 5-15, давайте до 10 хотя бы. Ну или вообще. Зарашил. Ай, пидорас, мид минус 29. Давай, давай, давай. Найс, найс. Еще один слева один будет. Минус 30. Че за нахуй, блядь? Вытащите, пацаны. Найс. Еще, еще, еще где-то здесь будем. Либо в конфор справа. Пеппери. Вот тут справа. Блядь. Пеппер, пеппер. Зеленый пепперчик. Все, last paper, он дробаша. Найс. Проебали как. Не, ну может желтый оттащит. Я бы не поставил. 50 на 50. Не топай, бля. Вот поэтому вы не поставите. Тихо-тихо-тихо. Где ты? Лонг, лонг. Или он меду? Лонг-лонг. Не-не-не, не так близко. Давай-давай, стреляй нахуй. Стреляй. Блядь, я так хотел, блин. Ну и похуй, ладно. Че, пойдете кто-нибудь оранжевый? Пойдем, пойдем, пойдем. Так я кинул тебе привоз. Желтый, да, ты тоже. Все, давайте пока. Давай, сюда, да. Охуеть. Ну ладно, еще калаш, но тикает. Тика пидор, все ладно.